Перед нелегким стартом обязательная разминка. Сабыржан Касак последние 5 лет активно занимается триатлоном. К этому соревнованию 23-летний спортсмен казахстанской сборной готовился основательно. Сами тренировки там сначала начинали с больших дистанций, это такие как там 3 километра плавания, 5-6, и потом сокращали и делали, работали на скорость. Надеюсь, покажу себя на максимум, как я готовился. Профессионалы выступают на дистанции спринт. Первым испытанием для спортсменов стал заплыв на 750 метров. Благо, вода в этот день была нужной температуры. Триатлеты должны были на скорость проплыть дистанцию на озере Тулпар, технически правильно доплыть до каждого буйка и приступить к следующему этапу. Следующий этап – велогонка. Без передышки спортсмены в считанные секунды обувают кроссовки и седлают железного коня. Впереди 20 километров трассы, причем довольно сложной. Триатлетов ждет крутой подъем. На этом этапе определились явные лидеры троеборья – Александр Автушко и Семен Пивоваров. В троеборье приняли участие без малого 150 спортсменов, как профессионалов, так и любителей. Для этого в наш город приехали триатлеты из Кокшетау, Алматы и Астаны, а также гости из Кыргызстана и России. Первый этап соревнований прошел в Шардаринском районе Южного Казахстана. В Шымкенте у нас погодные условия такие, очень жарко у нас, то есть это, конечно, добавляет немножко сложности спортсменам. Но как бы все готовы, и сложности только как бы делают соревнования интереснее. 80% сборной Казахстана состоит из представителей Южно-Казахстанской области, из представителей спортсменов города Шымкент. И главный тренер сборной – это главный тренер сборной нашей области. То есть позиции хорошие в Казахстане. И ребята стараются, и двигаются, растут. Третьим заданием для атлетов стал бег. Едва переведя дыхание после 20-километровой дистанции на велосипеде, спортсменов ждали 5 километров бега на ипподроме. Именно здесь у триатлетов открылось второе дыхание. Вот такой приз, очень шикарный аппарат. Вот теперь на новом коне будет Дарын ездить. По итогам соревнования среди профессионалов первое место занял триатлет из Южного Казахстана Сабыржан Касак. Второе место с разрывом в несколько секунд южноказахстанского атлета Александра Автушко. Бронза досталась также нашему Семену Пивоварову. Победителей наградили кубками, медалями и